Привет! Сегодня уже 25 октября. Сегодня день рождения у бабушки. Мы поздравили сегодня, но праздновать будем завтра. Вообще практически я ничего не записываю, потому что отдыхаю тут с Оскаром. Иду. Мы с папой пришли за водой. Вот. Тут я первый раз поднимаюсь. Мне просто стало интересно, что это такое. Смотрите. Я не знаю, трясется камера, не трясется. Сейчас уже закат. Смотрите, как это горы. Карпаты. Вот такой вид. Вот, дела у меня хорошо. Все прекрасно. Хожу тут, отдыхаю, играю с маленькой. Это дочка моего брата Рома. Рома сейчас в Чехии на работе, поэтому его нету. Есть только его жена Оксана. Вот, так что у меня все хорошо. Просто решила записать такое маленькое видео, когда смогла. Вот. Будет время, хочу себе на память заснять какие-то кусочки, рассказать вам, как было, как стало. Потому что очень много изменилось за 6 лет всего. 6-7. Там 6,5, вот так меня здесь не было. Вот. Но меня все помнят, все бабушки меня ходят, вспоминают. О, то она Ленка пришла. А что такие говорят ты? Мне надо приемно, то есть я... Ой, мне даже приемно становится, вот. Ой, как это, блин, сейчас? Очень приятно становится, вот, все. А я тут еще только 3 дня. Вот, я стараюсь в голове просто, что я так долго говорю, прокручивать, как это будет на русском языке, потому что у меня так это хоп, когда мы границу проезжаем, у меня так хоп, сразу на украинский язык. Вот. Но это еще с детства у меня так. О, Оскар! 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 Вот сюда! Оскар, Оскар, Оскар! 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 Оскар, покажи здесь! Ходи сюда! Ходи! 200, что у меня есть? Ходи сюда! 200, что есть? 2, 2, 2, 2, 2, 2. 200. То кто там такие? Да, господи. Оскар! Оскар! Что с ним хочешь? Ладно. Девочки, все. Пока-пока. Будет время, что-нибудь запишу интересненькое, как и себе на память, так и вам что-нибудь рассказать, как я жила тут. Я очень много провела здесь времени в детстве. У меня каждое лето было только здесь. Вот, ладно, меня папа, наверное, там уже ждет, так что пока-пока. Расскажите, как у вас дела, как у вас погода, потому что у нас +21. Ну, сейчас вечер, поэтому я в свитерке. Вот. Так что как-то так. Все. Пока-пока.